2018 год объявлен президентом России годом добровольца и волонтера. По сообщению агентства РИАМА, эту инициативу активно поддержала администрация люберецких парков, культуры и отдыха. Тем более, что до открытия паркового сезона остается меньше месяца. В преддверии нового паркового сезона в Люберцах стартовал волонтерский проект под названием «Друзья парка». Молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет смогут принять участие в организации мероприятий и праздников, которые запланированы в люберецких парках. От желающих требуется готовность работать в команде и энтузиазма. В качестве бонуса активисты смогут пройти тренинги по тимбилдингу и развитию творческих способностей. Подать заявку на участие можно до 20 апреля на почту волонтер@люберцахпарки.ру. В письме нужно указать тему «Друзья парка», предложить фотографию или видео с рассказом о себе и о том, чем именно хотите заниматься в проекте. Наталья Григорьева, Александр Томей, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.